привет. Погода бомба. Сейчас будет экшен, наверное. Танковая рядом, это радует, что недалеко. Он, Саня, плывет на бэхе. Бэха тоже на танковую. Ну, правда, точнее, только до танковой. Блин, как он быстро едет, вообще страшно просто. Продал? Так. Вот тут сегодня нормальный движ. Леня готов. Курва трофи будет жестким. Погода четкая. Бородач, бородач, снимай. Смотри, чувак приехал на нормальной машине на оффроуд. К нам на оффроуд даже с такими номерами машины приезжают, да? С Дарницы. Это дарницкие же номера, да? Чисто дарницкие. 63-й регион. Самара? Да, сейчас будет экшен нормальный, я чувствую. Тут 37-й триподор, я вижу. Прибарахлились, блин. Димон, друг мой, где ты был? А что ты без маски? Я без маски. А, у тебя борода. Охренеть, рычаги усилены торсионами. А здесь уголком, да? Короче, что нашел в огороде. Так, бомба сегодня с нами. Ну, в общем, да, погода жестячок. Сейчас будет экшен в этот прекрасный день с хорошей погодой. Камеры у людей компактные такие. Мне какую-то камеру надо. Да, держи. А у них сейчас в квартире пишет. Да? Онлайн, да, у них там, наверное. Ой, еще подъезжают люди. Что-то чем хуже погода, тем больше машин, слышишь? Не, это все тебя поздравить приехали. Да, сейчас будет экшен. А это Витя, наверное, нет? Не, не он. На курва трофи. Где ты там, это самое? Курва, выходи. Да. Глянь, он и оделся в цвета такие интересные. Смотрите, короче, в общем, давайте сразу к делу. Трасса состоит из трех линейных спецучастков. Вот, начинается с первого участка, вот начало первой танковой. Сейчас участники по жеребьевке тянут номера стартовые. По номерам занимаем стартовые позиции, там широкая, я покажу, где будем отстартовывать. По очереди выезжаем, выстраиваемся, это, ну, до 10, ну а дальше там уже после 10 уже всем все равно какое место. Смотрите, первый СУ как бы проходит. Мы проходим его до конца, до 12, там отмечена киперной лентой. Разворачиваемся, там же стоит столбик, разворачиваемся там. Ну, лучше, конечно, по правой стороне, по правилам дорожного движения, по правой и налево. Ну, а там как уже, как кому удобно. В общем, вы увидите, в конце будет стоять, я там буду стоять, буду судить, будет стоять отметка, елочка такая классная, разукрашенная киперной лентой. Вокруг нее надо обогнуть через лужу и вернуться сюда. То есть старт-финиш будет здесь. Она проехать в одну сторону, развернуться, вернуться сюда. Смотрите, бальность за первое место 10 баллов, второе место 8 баллов, третье 6 баллов, четвертое 4 балла и пятое место 2 балла. Вот, да. Ничего страшного. Нет, во-вторых, он закончится, еще не успел начаться, да, Руслан? Не-не, заправили только что на 200 гривен. На 200, а, это прогресс, да. Это спокойно, да. И чукаем по всему участку. Там вас будет ждать судья финиша, который ваши результаты запишет. Он яркий анонизатор, вы его увидите. Если не заляпается, да, то не собьете. Ну, по, да, крайней мере, будет тяжело сбить. Довольный что... какой? Ваши, ну, какой-то толстый стал, данные, смотри, чтобы видно лучше его было, да? Ел, видно, всю неделю. Позиции. Потом там же жеребьевка проходит перед третьим СУ. Ну, и лагерь с едой, да. Это был план на ноябрь? На ноябрь и декабрь. По-моему, да. На прохождение участка я так планировал. 3 минуты. 30 минут на СУ. Вопрос. Я думаю, этого будет достаточно. Подожди. То есть вторую не включаем, только на первой. Только на первой. Самое главное, ребята, погодные условия, там автомобили, может, какие-то неподготовленные, желания есть. Рука помощи обязательно. Давайте так сегодня покажем, что взаимопомощь здесь, мы не на призы, не долбимся. Если там кто-то там, ну, не может, не справляется, давайте уже там
Так а призы будут? Призы будут? Конечно, да, Руслан приготовил. Я один раз призы. Наше мероприятие проходит под руководством такого хорошего человека, как Руслан. Автоколесо, промо, сайт такой есть, да? Да, да. Давайте вопрос, да. На Танково мы все знаем, есть места, где потяжелее, где полегче. Да. Объезжай. Никак не будет считаться. Общий старт, все поехали как поехали. Каждый играет. По обучению все время дубасите, это нормально? Ну смотрите, давайте так. Мы понимаем, что спортивно, что не спортивно. Да? То есть давайте может, мы же ограничим. Леня, я снимаю, все будет зафиксировано, твои объезды все. Что все время везде на всех соревнованиях не хватает. Нет, просто там такая совесть, где-то вот такой глубины. Леня, послушай меня. Хочешь, заезжай. Хабы надо включить, слышь, что сейчас поедем. Это 9 или 6? Кепку давай. Руслан так все время. Так, вот так вот. Блин, раздели взяли. Называйте, куда, нахуй. Куда, стоп. Плюс по одному. Второй. Это мне это. Я первый. Стой, этот мне не нравится. Какой? Шестой номер. Как раз в середине я. То 9. Так, ну мы внутри. Сейчас 6 номер у нас. Будет экшен. Едем? Да. Сейчас полный привод. Так, друзья, начинается экшен. 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 Вот так. На Танковой кто быстрее, мы еще не ездили. Мы как раз попали на нормальный движ. Ленчик за нами, да. Бородач пятый. Бородач перед нами. Дач маневрирует. О, поехал хорошо, как смотри. Леня, куда? Он за нами. Рации нету. Горит теперь кнопка, ты видишь? Да пусть горит, слышишь? Значит, машина заведена, знаешь? И аккумулятор не сел. Ты смотри, что он тут исполняет. Алло! Что он тут исполняет? Отравить решил до старта, да? Кто первый, кто второй, кто третий? Не ясно. Мы шестые, знаю, вроде Бородач пятый. Леня седьмой, что-то он впереди оказался. Это на голову. Хотя оно... Смотри, Бородач стартанул, мне кажется, уже. Нашел себе место, глянь, жесткий. Там давно не ступала нога джипера в том месте. Так, Леня за нами должен ехать. Первые четыре. У Паши пятый. Кто-то может там еще стать сбоку. У Паши пятый номер. У нас шестой, у Лени седьмой. Остальных не знаю, у кого какой. Да, да, вот так сиди, чтобы не это. Не попало. Да, электропакет полный, раз. Полный электропакет, да. Еще надо было какой-то шлем брать, а знаешь? Как от коронавируса такой же. Погнали. Лёд, опусти, почему ты мои. Потом Паша получал. Что, тут какой-то экшен начался? Не, ну такой жести еще не было. Сейчас мы чуть быстрее поедем.
нужна тут. Так. А где Леня, не видели? Сзади, сзади. Сзади, Леня? Да, да, да. Так. Сзади, Леня? Да, да, да. Посмотри, подрезают, что творят. На кроссоверах почти. А не, это джип или что это за машина? Это Нива, похоже, на Нива. Что там, залетают? Нормально. Да, армада красивая. Снять бы это с квадрокоптера все. Да. Сегодня погода не квадрокоптерная, да? Где Леня? Леня сзади. Леня сзади. За нами. Идет? Она за нами 3-4 метра, да. Справа GMC обходит этот. Ну, а что, GMC участвует? Да, да, вот еще, это не кирпич поедет. Не, это Чероки. Кирпич, да. Ого, тут расколбас. Крылья сделать, блин. Хотя бы передние. С какой-то резины? Да не, варится из тонкого уголочка или трубочки. Варится. Каркасики просто зашил чем-то легким и все. Понял? Ну, контур варится. Где Леня? Леня что-то нас не догоняет. Так. Нормально идем. Что-то я... Я начинаю есть землю, мне кажется. Блин, слышишь, как-то они тут проехали и испортили дорогу. Ну, покажи, какой ты нормальный. Красивый, да? Блин, слышишь, как-то они тут проехали и испортили дорогу. Ну, покажи, какой ты нормальный. Красивый, да? Вау, первый готов, смотри. Экшен начался. Смотри, вот кого надо снимать. Пошел объезжать, объезжать пошел. Не спортивный парень. Так, надо этого спасать. А есть тут залепетиться как-нибудь? Да, только как-то ему дойти. Тут же взаимопомощь, у нас же тут не на скорость, мы на помощь. Идешь по капоту к нему? Конечно, да. Сейчас, подожди, я ближе подъеду. Саня пошел, дай камеру. Саня пошел. Так, тут уже назад люди едут, ё-моё. Хотят утопить всех. Вперед еще?
вперед, говорит, дай. Так, подъехали. Саня пошел. В такой роли он еще не был. Лебедку нам зашакал, цепляй его, лебедку. Серьезный у нас штурман. Но первые два ушли уже, очень быстро проехали. Там Олег борется. 80-ка на 37-х борется с этим. Ух, елки, там такая рубилова такое. К сожалению, не видно далеко очень. Да, уже улетели они. С Рубиконом на 37-х. Так, а вот третий призер идет. Что там, Саня? А? Ну так пусть лезет, что? Так, Бородач в лидерах идет. Ты посмотри, как дубасит. Пока идут вон люди. Так, это Андрюха борется с 70-кой с Женей. Ну, красиво идут. Кто у нас тут еще есть? Черкес. Тоже неплохо. А вот и Леня вернулся. Это джип, да. Я кроссовером обозвал. Друг, да. А у нас там при багажнике нет? Нет, наверное. В БМВ осталось. Сейчас к Егору съездим. Постой там, Саня, присядь. Присядь. Держись там. Так. Сейчас вон у Егора, может, есть тропа. Тут место засадное. Как-то он неудачно, видно, хотел обогнать кого-то. Смотри, что творится. Есть тропа? Стропа есть? А лебедка есть? У тебя? А, я понял. Скажи в рацию. Что-то мы не подготовились к эвакуации. Не, ну так нормально копать, снимаешь. Не снимаешь, да. Да? Угу. Мы проходим? Да. Не, чтоб его не зацепили. Так, ну ждем. Ждем остальных. Да, хорошие кадры. Сподвигался. Понял?